Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Мотобустер, это рубрика «Спорт за сотку». В этой рубрике мы рассматриваем спортивные мотоциклы до 100 тысяч рублей. А первым мотоциклом будет не до Yamaha R1. Почему я так сказал? Сейчас увидите. Потому что вид немножко похожий, ну, черты проглядываются, но, блин, это Racer RS250XZRA в новом состоянии, пробег 660 километров. Нам почти не важно описание. Главная характеристика: дисковые тормоза, двигатель 64 клапана, водянка 27 лошадок при 270 кубах. Так, ну за такую цену я бы рассмотрел вот этот мотоцикл вместо, например, какой-то 250-ки японской. Этот будет в более живом состоянии, потому что он уже почти новый. А 250-ку вы за 100 тысяч найдете, ну, такую себе. Давайте переходим к другому объявлению. Это Kawasaki ZX-11 за 70 тысяч рублей. 100% не нахлопаю. Продам Kawasaki ZX-11. 96 года двиг показал кулак. Шатун вылетел на улице. Доки в порядке. Ну, прикольно. 70 тысяч рублей. Если новый движок поставить, сколько это будет все стоить? 1120, 100... Нет, с ремонтом где-то 150. И это нормальный мод за такую цену. И давайте перейдем к следующему объявлению. И она будет последней. Давайте его сначала выберем. Это Honda CBR250R за 80 тысяч рублей. Хондовские движки славятся своей крутибельностью. Они крутятся до, ну, мотоциклетные, даже некоторые до 20 тысяч оборотов. Машинные есть до 9, которые. Honda CBR250R. 250 кубов, 40 лошадиных сил, обслужен. Остальные вопросы по телефону. 250-ка, 80 тысяч. Так, давайте посмотрим. Ну, нормально так выглядит. Ну, прикольно. 80 тысяч. Я бы не сказал, что дорого, и не сказал бы, что дешево. А с вами был Мотобустер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи.